подразделениях МЧС России Почувашии прошла общественно-патриотическая акция «Знамя Победы». В мероприятии, приуроченном к 70-летию Великой Победы, приняли участие сотрудники ведомства, фронтовики и представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. По-настоящему, на самом деле, вот это «Знамя Победы» и это мероприятие, в первую очередь, это воспитать подрастающее поколение. Они знали, как их деды, бабушки воевали, как было тяжело. Вот это ихняя заслуга, ихние труды. Просто хочется еще раз подчеркнуть и сказать, подсказать молодежи, как было трудно.